Это я ее на Adopt.me подсадил, ребята. Так что да, да, да. Мы сегодня будем разыгрывать питомца. То есть Аня не рассказала ничего, я вам сейчас рассказываю. У нас сегодня в планах, значит, мы открываем яйца. Тех, которые мы сегодня получим, питомцев, из двух яиц, которые мы откроем, мы разыграем среди подписчиков. То есть вы сможете получить питомцев бесплатно. Лайк, подписка и в комментариях пишите ваш ник в Роблоксе. И мы рандомно выберем победителя. Дерганая сегодня какая-то, или что? Как яйцо отпустить, напомни, пожалуйста. Drop egg, вон там, видишь, внизу. О! Давно не заходил, уже ничего не помню. Вообще ничего не помню. Так, мы уже закупились, ребят. Я затрейдил 18 яиц, пример. Офигеть. Отдал очень серьезных питомцев за это, но ничего страшного. Потому что человек 20 тысяч баксов потратил на эти яйца. То есть я по факту у него 17 яиц купил. 17 яиц, ребят. Это капец, но ничего. Вот такая вот у нас локация. Вот это у нас жапанис новая. Такой, да? Да. О, а тут что, дринк? На самом деле очень красиво. Это типа сакура, да? Короче, я тебе рассказываю. Добавили 12 питомцев. Офигеть. Да, там добавили моржа, краба-паука. Я не хочу краба-паука. Нет, это обычный краб, у меня просто лапы длинные. Я не хочу никакого. Вот. Это как у нас тогда тут сидел на этом. Потом, короче, добавили кошку легендарную. Короче, очень много питомцев добавили. Ты можешь у меня, кстати, посмотреть еще в этом. В инвентаре у меня куча питомцев. Ой, да, у тебя уже есть питомцы? Да, брали там. Блин, много. Обалдеть, я сейчас хочу посмотреть. Ну, сейчас ты вряд ли увидишь, они все разбросаны. Я на самом деле хочу сначала прокачать яйцо, потому что я еще никого не видела, и мне очень интересно. Все, яичко у нас моется. Нет, не моется, положи. Так, теперь нужно, чтобы он поиграл. Блин, ну мы уже, в принципе, практически его прокачали, да? Да, сейчас оно вылупится. Ой, уже, офигеть, блин, я не была так быстро готова. Нет, мне кажется, еще одно нет, должно. Нет? Сейчас. Офигеть. Все, тогда, ребята. Легендарочка, ребята. Ставьте лайк на удачу. Так. И кто это? Кто это? Нам выпала камонка. У меня еще нет этого. Камонка питомца. Это же самое плохое, да? Ну, да, самое да. нищее. Ну, обычный. Но у меня еще не было этого питомца. Садомол это кто? Это крот такой. Да? Я так понял. Ну да, похож на крота или на мышь, я не ну, знаю. Ну да, он как-то на мышь и на крота похож одновременно. Блин, очень классно. Ну и тогда, слушай, я тогда возьму второе яйцо, да, чтобы оно тоже уже у нас, у него были потребности какие-то. Да? Да. Прокачать. Блин, на самом деле, я считаю, вообще просто обалденный апдейт. Эти яйца очень красивые. Тебе как? Ну, они вообще даже на яйца. Это какой-то фонарь китайский, блин, я понял. Да, это как китайский фонарик, правда, я не знаю, почему типа он. Или в Японии тоже есть какие-то фонарики, фиг его знает. Ну, да, там свет есть, там, знаешь, дорогу освещают. Ой, да, так смешно. У нас в Edit House добавили еще что-то. А как нажать Edit House? Наверху. О, офигеть. Это новое, да? Да. Блин, офигеть, такой душ крутой. Не знаю, выглядит не очень, мне кажется. Я не знаю, выглядит прикольно. О, как раз у нас яйцо захотело спать, поэтому давай положим яйцо. Да вон же это. Да блин, ты думаешь, я помню? Я год здесь не была. Так ты же спрашивай, я же просто не понимаю, знаешь, что нет, ты же молчишь. Давайте просто смотреть, как Аня будет играть. Это очень интересно, потому что она вообще не знает, что нажимать. Да потому что я тут год не была, я ничего не помню. Почему? Если ты играла, ты хоть бы через 5 лет. Нет, нет, нифига, вот как раз таки, если бы я зашла в Брукхейвен, может быть, я бы и помнила, потому что снимала его намного больше, чем Adopt.me. У меня по Adopt.me очень мало видео. Я посмотрела на канале у себя, у меня по Adopt.me, я не знаю, даже, ну, может, видео 10. Зато яйцо теперь голодное. Так, вот здесь, да, можно накормить? Да. Супер. Ты знаешь? Все продумано. Это место специально для прокачки. Я знаю, у меня в доме такое же место для прокачки, только в два раза красивее, чем у тебя. В смысле? В прямом. У меня красивее. Нет. У меня можно тут сразу 10 питомцев одновременно прокачивать. У меня тоже. Все? Все. 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 Вот и все. Вот и все. Вот и все. Это ты сидишь вот там. Тенчик? Да. Ну я очень милая. Это птенчик, это пингвинчик. Ребят, пока мы ждем, как у нас прокачается яйцо, пишите в комментариях, кто заметил вообще мою новую прическу. Вообще-то меня стриг Влад. Ну, я считаю, прекрасная прическа. Так. Все, началось здесь. Так, яйцо, давай прокачивайся уже быстрее, потому что уже невозможно ждать. Нет, уходи давай со своей рукой. Нет. Я с тобой должна буду снимать видео, где буду тебя вот так терроризировать. Понятно тебе? А мне, я не боюсь волос. Конечно ты их не боишься, ты же я весь волосатый. Просто... Влад я... волосатая обезьяна. Я просто боюсь, что у тебя Влад волосатая обезьяна. Ты же не моешься, вот у тебя руки грязные, вот меня только это беспокоит, когда ты меня за голову держишь. Все, мне нужно отправиться в школу, да? Да. Беги! Стоп, а зайди в инвентарь. Зайди в инвентарь. Фуд. Фуд. Хавает эти штучки.
Зачем, он же не голодный? Ты хавай. Я хавай. Ты хавай. Почему? Съешь все. Я ничего не понимаю. Что происходит? Ешь. Это что вообще? Это сыр? Ешь, я тебе сказал. И зачем я это делала? Я думала, сейчас я... Ой, она прокачалась, да, чуть-чуть? Зачем я вообще тогда бегу в школу? Что я делала? Ну смотри, беги в школу. А, я типа быстро бегаю? Да. Господи, серьезно? И что мне надо здесь? Я вообще не помню. А, все, ничего не надо, просто я пришла. Можешь танцевать танец какой-нибудь, давай. А ты не хочешь танцевать? Посмотри, какой ты страшный. Ты яйцо мое видела? Вот оно красивое. Вот именно, а ты нет. А мне не надо, у меня яйцо красивое, зачем мне быть страшным? Боже. Да ну, отвали ты. Да. Ребят. На самом деле она меня любит. Пошла, собрала вещи, и вы... Если я соберу вещи, то у тебя весь шкаф пустой будет. Так что, плохо, что ли? Наоборот, хорошо. А что хорошего, когда шкаф пустой? Есть куда мне вещи положить. Все, мне осталось последнее. Да, 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 давай, да. Домой. Зачем? Может, я же уже в школе. Я домой! Все... Зачем тебе школа? Зачем? А зачем мне дома быть? Может, мне вообще сейчас на кемпинг надо пойти? Ну, приятно будет же дома открыть. Так в смысле, какая разница, где открывать яйцо, вообще насрать? Может, мне вообще сейчас на кемпинг надо будет? А я не готова. Я не пойду домой. Я сейчас тут буду. Ну давай, пройдись, прогуляйся. Все, надо побегать вместе с яичком, что чтобы... что ты нового тут увидишь. Надо побегать просто вместе. Зайди, ты в тойшоп новый заходила? Заходи. Влад, я в этом тойшопе, я на него даже видео снимала. Да? Да. А вон там, в ту, смотри, новую локацию. Это раньше не было. Так, и что это такое? Это водопад вот этот? Идешь. А где? Вот. Вот это? Ты что, слепая? Вот это замок. Тут была? Так это же и есть тойшоп. Как он называется тогда? Я тебе про него говорю. Я вот на него снимала видос. Нет, ты не могла на бэби-шоп снимать. Что, не могла тебе видео показать? Ну ладно, зайди внутрь. Спорит еще со мной. Я сам не знаю, что там. Господи, спорит еще, что ты не знаешь? Капец, тут все изменилось. Ты че, это обнови, я не знаю. Ребят, напишите в комментариях, это обнови, мне кажется, уже год. Я вообще не помню. Так ты уже не снимал. А я тогда увидела и решила снять. Все. А, вот оно что. Мы уже не снимали Adobe Me. А вот это у нас такого не было? Было. Я бы хотел, чтобы побольше город бы сделали. Вот да, и какие-то побольше вещи прикольные. У нас там замок же еще есть, да? Да. Ну я не знаю, яичко, давай, пожалуйста, ты достала меня уже. Ну вот, как я и предполагала, нам надо на кемпинг, видишь? И вообще твое ничего не надо мне. Че? Говорю, как я и предполагала, нам надо на кемпинг, а твой дом мне не нужен. Понятно все? Нет. О, а зачем? А не надо слип, если вот тут сейчас кемпинг... Денег заработаешь, давай слип. Ладно, господи, ну... 7 баксов это хорошо. Я тебе еще и денег заработала, офигеть просто можно. Ура! Офигеть! Это рарка. Офигеть, это леопард. Нет, это леопардовая кошка. Леопард это и есть кошка. Нет, это кошка, именно вид кошки такой. А, блин, а ты знаешь то, что они в жизни существуют? Да. Только я не помню, как порода называется. Леопардовая кошка. Нет, она не называется леопардовая кошка. В жизни, ребят, только... В Японии есть леопардовая кошка, алло. Я говорю, как порода кошки в жизни называется. Не называется она леопардовая кошка, сейчас тебе тресну. Британская, что ли? Куда ты вообще пошел? Я хочу погуглить. Короче, мы с Владом выяснили, что он о своем говорил, я о своем Короче, говорила. Ребята, мы разыгрываем вот этих вот двух питомцев. Вот эту Сада Молли и Леопарда Кэт. Для этого вам нужно подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео и написать в комментарии «Хочу Пэта». И обязательно не забудьте написать свой ник в Роблоксе. И я среди этих комментариев выберу двух победителей и отправлю этих двух пэтов вам.